Хочешь стать успешным в жизни, держи зопу наготове. И смотри этот ролик до конца, если все еще слово «компромисс» не вызывает у тебя рвотные позывы. А должны были бы. Кстати, мы тут важные вещи обсуждаем. Присоединяйся и не потеряемся. В деловых переговорах, в семейных ссорах самое главное – нащупать зопу. Зону оптимального принятия решения, а не какой-нибудь там компромисс. Черту компромисс. Именно нахождение зопы удовлетворяет обе стороны. Да-да, это требует больше времени, усилий, творческого подхода, но результат совершенно точно превзойдет все ожидания. Так что ищем зопу, и все получится.